Друзья, всем привет! Привез я вот этих трех курочек себе, Hisex Brown. Вот, покупал частного подворья, который человек занимается курами. Вот. Значит, куры содержались в клетках, перышки у них поломаны. Вот. У меня они будут содержаться на свободном выгуле. Поэтому думаю, что в течение какого-то определенного времени курочка придет в хороший, красивый, надлежащий вид. Конфликтов, в общем-то, как бы в курятнике с этими курами не было. Но иногда, правда, старшие куры дают знать о том, что они здесь главные, а вы, мол, так еще сказать, духи в этом курятнике. Вот. Короче, в курятнике своего рода дедовщина есть. Вот. Ну, так, чтобы там старшая курица избивала младшую курицу, то есть такого не наблюдается. Вот. Значит, при переезде с одного места жительства на новое место жительства курочка испытала стресс. Вот, когда я их достал с коробки, у них гребушки и мордочки были бледные-бледные. Такое ощущение, что как снег. Вот. Ну, видимо, куры думали, что их сейчас под топор и в бульон. Оказалось, что не так. Приехали они, кстати, на более лучшее место. О, курочка яичко снесла. Вот. Значит, здесь им уже будет раздолье, травка, нужные корма. А то первые сутки, когда я их привез, в общем-то, ну, привез я их вчера, фикашки у них, конечно, были одни камни. Вот. Я никогда не видел, чтобы курочка испражнялась камушками. Вот. Такие вот дела. Значит, нестись они, естественно, первое время вряд ли будут. Вот, проверил расстояние, как обычно, между лонными костями. То есть два пальца вмещается, значит, курочка уже несется. Курочке этой 8 месяцев возраст. Вот. Петухи немного недолюбливают их. Почему, не знаю. Вот. Вредный, ты что творишь? Топтать должен. Вот. Ко-ко-ко-ко, чё возмущаешься? Я тебе замечания делаю. Вот. Такие вот дела. Значит, ну, после стресса у курочки должно пройти какое-то определенное количество времени. Кстати, бывает такое, что до 2 месяцев куры не несутся после смены места жительства, а потом, как из пулемета, яйца сыпятся. Вот. Ну, я рассчитываю на то, что курочки начнут нестись через недельки две хотя бы. Ну, дай бог, еще и раньше. Вот. Что, Котя? Правильно. Бойся, а то можешь получить от нее клювом в лоб. Вот. Ну, на этом у меня пока все. Всем пока-пока. Ждем новых видеороликов.